Всем привет, ребята, вы Лерик Хазарден, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Clash of Clans ряд, хоть вы не набрали 10 лайков под предыдущим роликом, но все же я решил снять эту серию, потому что, знаете почему? Посмотрите на мой баланс гемасиков сейчас, и как вы думаете, что мы будем делать, типа название вы, думаю, уже поняли, мы будем с вами покупать сейчас третьего строителя, да, ребят, мы с вами для этого заходим в магазинчик. Ага, да, ребят, тогда вы быстро выключите видео. Давайте лучше, знаете что? Давайте лучше мы с вами сыграем пару каток, а потом уже купим. Давайте. Кстати, ребят, я за то время, смотрите, у меня прокачивается, знаете что, на 8 уровень уже золотая шахта, это жесть, ребят. А также я прокачал башню лучниц на 3-й и вот эти вот все элики на 5-й. Ну, вот эти вот все я это еще вчера докачивал. Ну, так-то, ребят, ну, я еще тут заборчик улучшил так-то. Ну, в принципе, я еще пушку, смотрите, на 4-й левел. Потом я ее собираюсь еще качнуть, но пока что для меня слишком дорого. 50 тысяч, камон, это почти весь мой этот. Да, ребят, короче, я просто опупел, сколько стоит вот это вот. 5000 улучшить один забор. Не, ребят, ну, конечно, понимаю, что есть намного дороже, но для меня сейчас это прям жесть. Так, цена атаки 4 часа, а у меня всего 8. Погнали, ряд, как раз на пару каточек. Набираем подбор, что, ряд? Надеюсь, нам еще не будет слишком лютых кидать каких-нибудь. О, 20, блин. Не, слушайте, но у меня есть шары. Ну, смотрите, если я тут уничтожу, получается, вот это вот. И вот эти, и лучниц. О, кстати, ребят. Да, это изи катка, смотрите. Сейчас убедюсь, не знаю, как это. Короче, погнали, ребят, смотрите, сейчас мы с вами гигов выпускаем сюда, 7 штук. А, блин, а как я потом буду следующий? А, блин, здесь мортира вонючая. Кстати, пипец, они ее долго мочат, вот эта штука, ребят, я заметил, у этой... у воздушной обороны, у нее прям пипец много хп, это жесть. Так, давайте лучниц выносим, и я выпускаю... Шарики, мои шарики. Ну, давайте, выносите их уже. Я уже задумал. А, тут еще одни лучницы. Ё-моё, хорошо то, что я не выпустил. Так, давайте, добивайте вот этих лучниц, и я выпускаю. Давайте, давайте быстрее, пока вы там не померли все. А теперь, смотрите, ребят, все. Теперь смотрите, что мы с вами делаем. И, опа, смотрите, выпускаем шары. Это гиги. Мне, блин, ряд, мне подсунули гигов вместо шары. Ладно, блин. Ух, блин, ряд, чуть гоблин. Нет, нет, не надо, не надо, не мочи гоблинов, не мочи гоблинов, не надо. Нет, прощайте, мои гоблины. Ой, его, ребят. Они выжили каким-то образом, я не знаю как. Так, смотрите, тут этого добивают. О, нормально, ратушу разнесли. Так, давайте, чуваки, идите на вторую пушку. Нет, одного гиганта сейчас убьют. Все, он помер. Ну, ничего страшного, мы еще эту пушку просто разнесем. Кстати, нормально так этой добычи. Блин, смотрите, она не сохранилась. Там еще 5 косарей. Эх, ходила бы на один забор. Жесть, они дамажат, ребята. Пипец у них дэмэдж. Просто они своими кулачками разбирают каменные постройки. Это как понимать вообще. Так, давайте этот... Ха, они хижину встретили просто за пару секунд вынесли. Окей. Только топы 1, 2, 3, 45. Круто вообще. Кстати, я только сейчас заметил, когда разрушаешь эту, у нее текстурка этой, которая была изначально. Давайте 22 кубка. Это вообще будет кайфарик. Пес их разнес. Ну, в принципе, тут можно было... Не, гигов надо было выпустить, да. А, вот изи... О, еще бонус какой-то, ну плевать. А, да, мне даются эти. Ну, прикольно, но какая разница? А, нет, у меня тоже... А, блин, он же мне не добавляется, подожди. Он мне добавился или не добавился? Да, позже, не надо мне оценять ничего. Давайте попросим шары. Так, у меня там добавился бонус. А, нет, не добавился. За понос. Ну ладно, давайте это, короче, ряд, сейчас мы с вами покупим наконец-то строителя третьего. Для этого мы с вами заходим в магазин. Смотрите, кстати, я тут даже для него место освободил, видите, вот тут магазин. Нажимаем с вами ресурсы. Да, ресурсы. Нажимаем с вами хижина строителя за 500 гемов. Да, ряд, кстати, я тупо
за 2 часа накопил 100 гемов, прикиньте, чисто с всяких этих препятствий и этих, как их зовут, заданий. Нажимаем с вами, да, смотрите, у меня с вами, ребят, 3 строителя, 1, 2, 3, да, ребят, на 4-й ратуше. Вообще, козу, вообще, кайфарик, что-то. Да, в принципе, подожди, у меня, где мой второй строитель, что там, занят чем? Чем мой второй строитель занят, где он вообще? Идите колотить. А, он свободен. О, у меня два... Смотрите, теперь я могу поставить на улучшение... Не, смотрите, я на ночь поставлю башню лучниц. И, короче... А, сейчас я... Ой, не хочу мортиру качать, она мне... Не нужна нафиг вообще. Там, камон, ребят, просто посмотрите, там один урон добавляется, один урон. Это пипец. Не, ну я могу, короче, давайте лучниц качнем. Ну и давайте еще, знаете, что... О, давайте вот это, давайте, ребят. О, все, погнали. Чисто, смотрите, 1, 2, 3 постройки теперь у меня могут строиться, ребят, это вообще круто. Так, короче, ребят, на этом мы с вами, в принципе, видосик закончим. Подождите, у меня какой-то появилась акция новая на набор ратуши. 2,5 ляма для 4-й ратуши. Но они жирновато ли? Подождите, а... Так, подожди. Косарь стоит! Смотрите, ребят, 4-й этот косарь стоит. Ё-моё! 4-й этот... Он косарь целый. Идите колотить, это жесть. Да, ребят, ну ладно. Я на него, может быть, когда-нибудь накоплю. Года через 2. Короче, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь так на мой канал. И пишите обязательно комментарии. Я их очень люблю читать. Я все комментарии лайкаю. Короче, ребят, ну, все я вам сказал. А с вами был Хазарден. Если вы, короче, наберете под этим роликом 10 лайков, теперь уже да, то я выпущу 3-ю серию по Clash of Clans, где мы с вами будем еще чем-нибудь заниматься, не знаю даже чем. Пишите тоже в комментариях свои идеи. А с вами был Хазарден. Всем удачи и всем пока!